Материнська плата, блок живлення та двигун від склоочисника «Жигуля». Що б ви особисто зробили б з цих речей? Одеські інженери з лабораторії «Ревелап» на Великій Арнаутській створили на 3D-принтері апарати штучної вентиляції легенів, які зможуть допомогти всім хворим на коронавірус, якщо в лікарнях буде великий натовп пацієнтів. Ми завітали до хлопців та дізнались всі подробиці. Это двигатель от стеклоочистителей «Жигуля». То есть это материнская плата, которая продается в любом компьютерном магазине. Это блок питания от компьютера. То есть, в принципе, если ты инженер и умеешь в гараже себе собрать любой тебе инструмент, вещь, ты получаешь в открытом доступе нашу техническую документацию, идешь в магазин, покупаешь все за 1000 гривен, находишь мешок и создаешь такой аппарат. Что самое вы сделали на 3D-принтере? На 3D-принтере крепление, раз, два крепления, механизм. Крепление для мешка и крепление для материнских плат, чтобы они не касались, там, не пересекались между собой, чтобы они висели в воздухе, чтобы не было замыкания и так далее. И сколько часов вам знадобилось для этого? Ну, печать заняла в районе 20 часов одного. Как это, в принципе, работает? Есть мешок амбу. То есть, когда человек попадает либо в кому, либо не может дышать сам, врач приходит с этим мешком, берет и начинает человека откачивать. Легкие нагрузки, но откачивает, пока он не придет в сознание. Проблема заключается в чем? Вот этих вот аппаратов, их 1000 по стране. Мы их бы просто взяли и автоматизировали. То есть вместо того, чтобы брать 100 врачей на 100 больных и вот так вот делать, мы просто берем, вставляем в розетку, и он поддерживается сам. То есть это не аппарат ИВЛ. То есть он не выполняет функции, там 90% функций он не выполняет. Но в ситуации, когда у нас будет зараженных больше, чем врачей, а это очень вероятно. Вот, эта штука сможет поддерживать, дать какой-то шанс этому человеку, который будет болеть. Мы можем регулировать одним датчиком объем воздуха, то есть, например, человеку надо больше в легкие или меньше. Это зависит от веса человека, от стадии болезни и так далее. То есть, или есть скорость. Просто врач смотрит, этому человеку надо 12 ударов в минуту, он назначил 12. Другого нужно там 18 ударов в минуту. Он покрутил, назначил себе 18 ударов в минуту сделал. То есть это такие две самые-самые супер важные вещи, которые, в принципе, опытный врач регулирует своей рукой. Себестоимость такой разработки может быть там, до 2000 гривен. То есть аппараты там, ИВЛ 20 тысяч долларов. То есть их близко нельзя сравнивать по функциональности. То есть если мы распределим по всей стране, по каждому региону, каждому разошлем в открытом доступе документацию этого аппарата, мы в каждом городе найдем точно, где есть 3D-принтеры. И там можно печатать их там, по 3, по 5, по 10 штук на город. И главное, чтобы инженеры это все собирали. Наши лекарни готовы принять? Смотри, для того, чтобы наши лекарни захотели принять этот аппарат, нам нужно его не то, что на уровне прототипа показать. Мы должны прям вот максимально подробно, качественно объяснить, что это, показать, как это работает, пройти минимальные технические сертификации. То есть тут вопросов еще очень надолго, на самом деле. Вот. Тут скорее мы двигались от решения сначала, а потом уже думать будем, как это сертифицировать, как это заводить. Потому что когда будет ситуация с эпидемией, вспышкой и так далее, то я не думаю, что будут сильно все думать о сертификациях и так далее. То есть мы готовы рисковать и готовы спасать людей ценой каких-то юридических ошибок. Ну, собственно, здесь вы видите, печатается у нас тестовый образец многоразовой маски. Вот как у вас вот бумажная. Здесь будет угольный фильтр вставляться. Она будет закрывающаяся. Пока это прототип, но я думаю, что какой-то день-два мы доработаем, что-то добавим, что-то посмотрим. Может, надо будет убрать и уже готовы тоже отдать на аутсорс. Сколько такая маска делается? Ну, вот это конкретно будет делаться 8 часов. Но, опять же, это опытный образец. Мне нужно его ставить на минимальную скорость. Здесь есть свои нюансы. Для того, чтобы увидеть какие-то, ну, скажем так, недочеты, да, где нужно убавить, где нужно добавить. И, ну, когда мы поставим их на поток, я думаю, что за часа 3 мы сможем печатать такую маску. Вот, и в принципе. Сколько она сможет служить человеку дней? Ну, все зависит от угольного фильтра. Будем надеяться, что, ну, опять же, по тестам, пока по просчетам, одного угольного фильтра должно, в принципе, на день хватать. То есть сама маска, она многоразовая. Ты ее снял, мылом промыл, там она стекла, угольный фильтр поменял, очень легко он на резьбе будет закручиваться, собственно, как обычный респиратор. А сколько такая маска может стоить? Ну, будем стараться, чтобы она выходила не дороже 20 гривен. Но, опять же, это, вы же понимаете, это многоразовая маска. По нынешним ценам это шикарно.
Це був сюжет від редакції з лабораторії Revel Lab. Будьте здорові, зустрінемось. Редакція.